В селе Калинино, что под Омском, местные жители в подъезде дома обнаружили труп женщины. Как установили следователи, к убийству причастен гражданский супруг погибшей. Накануне семейная пара была в гостях, где напились так, что потерпевшая уже не могла самостоятельно идти, а подозреваемый начал ее ревновать. 47-летний мужчина вместе со своей спутницей проводили время у знакомых. Поздно вечером сельчанин засобирался домой. Супруга была не против, но самостоятельно спуститься с третьего этажа уже не могла. Женщина улеглась в подъезде и не отвечала на упреки мужа. Тогда подозреваемый взял ее за волосы и волоком потащил вниз. На первом этаже, чтобы привести жену в чувство, мужчина отвесил ей несколько пощечин. Ага. Сколько таких ударов нанесли? 4-5. Ага. Пощечины не отрезвили женщину. Тогда супруг стал наносить ей удары по голове и телу. Потерпевшая так и не пришла в чувство. Муж оставил ее лежать в подъезде, а сам пошел домой. Сейчас вот в настоящее время думаете, из-за чего она умерла? Ну, может быть, переохлаждение. Хотя, да, и удары хорошие были. То есть смогла от ваших ударов? Могла. Со слов жителей села Калинино, также администрации сельского поселения и участкового уполномоченного полиции, супруги на протяжении длительного времени нигде не работали. Если где-то и работали, то зарабатывали случайными заработками в виде так называемых колымов. В быту сильно злоупотребляли спиртными напитками. В ходе проверки показаний на месте тогда еще в статусе подозреваемого, он пояснил, что причиной того, что он совершил, явилась ревность. То, что он свою жену кому-то приревновал, что она не спускалась к нему на лестничной площадке. Ну и все это усугубилось состоянием сильного алкогольного опьянения. Протрезвев, мужчина осознал, что натворил. До суда его заключили под стражу. За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, обвиняемому грозит до 15 лет колонии. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.